А теперь коротко о других новостях. В Собинке сгорел продуктовый магазин. В МЧС выясняют причину. Когда подъехали пожарные, из магазина уже валил дым. Площадь пожара составила 6 квадратов. Огнеборцы не дали пламени распространиться. Сгорело только холодильное оборудование. Пострадавших нет. А в Гусь-Хрустальном районе выгорел частный дом. Столб дыма и пламени поднимался на десятки метров. Пожар случился в деревне Аксеново. Спасатели потушили возгорание на 66 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Причину выясняют дознаватели МЧС. Во Владимире появится Сталинградский бульвар и Александро-Невский сквер. Такое решение приняла топонимическая комиссия. Название Сталинградский бульвар будет присвоено одной из улиц в микрорайоне Веризино, на которой в перспективе запланирована жилая застройка и возведение социальных объектов. А скверу около Николо-Кремлевского храма присвоит имя Александро-Невский. Так топонимическая комиссия решила увековечить память великого князя Владимирского, 800-летний юбилей которого в этом году широко отмечается в России.